Две недели осталось до главного события лета в жизни активной молодежи Северного Кавказа – открытия форума «Машук-2016». Пока его участники только планируют, что взять с собой на поляну, организаторы уже на месте возводят всю необходимую инфраструктуру. Затем, как у подножия самой известной Пятигорской горы вырастают очертания ее тезки, следила Анна Поляруш. Антон на Машуке впервые. Сколько новых знаний здесь можно получить, понял еще до открытия форума, когда его позвали собирать палатки для участников. Дуги собрать, растянуть и поставить все. Сколько палаток ты до этого уже поставил? Не знаю, не считал. 2, 3, 5. Ну, может, раз 5-6, да. А здесь объем какой стоит? 400 с чем-то. Всего их будет 500, в каждой по 3 человека. Напомню, на Машук приедут 1500 молодых людей со всего СКФО, и это без гостей. Для их выступлений и мастер-классов уже устанавливают шатры. По поляне вновь протянулись деревянные дорожки. Это происходит уже 7-й год подряд. У подножия горы Машук с нуля вырастает целый город. Под него огораживается часть парка площадью в 4,5 гектара. Выставляется охрана. Сейчас это частное предприятие. После открытия за периметром и всем, что происходит на территории форума, будут следить сотрудники полиции и ФСБ. Сейчас, на данный момент, уже поставили сцену, как вы видите, установили Россию, правда, еще ведутся некоторые ремонтные работы с ней, поставили флагштоки, приготовили поддоны для палаток, устанавливаются сами палатки, буквально еще день-два, и, в принципе, вся зона, где будут располагаться участники форума, будет заставлена палатками. На заднем фоне, если вы видели, устанавливаются шатры, буквально еще в течение 2-3 дней будут поставлены шатры. Ребята проводят интернет. Скоро начнется установка точек Wi-Fi. К слову, только на территории поляны кабели оптоволокна размотано больше 4 километров. Еще нужно привезти мебель, поставить информационные стенды, повторно обработать растения от клещей и комаров, подключить розетки. Работу организаторов и волонтеров хватает. Но к открытию оно пройдет 5 августа. Уверяют, что все будет готово. А это одно из самых известных мест на Машуке благодаря любителям селфи. Именно из-за них сейчас и приходится здесь проводить реконструкцию. Слишком много было желающих сфотографироваться, сидя на букве «С». Мастера уже работают над восстановлением грамотности. И через день-два недостающая согласная вернется на свое законное место. Анна Поляруш, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.